Джон Рокфеллер, Билл Гейтс, Марк Цукерберг. Их объединяет не только то, что они самые богатые и самые успешные во всем мире, но и то, что они начали свой бизнес в подростковом возрасте. Однако, возможно ли это, если ты обычный школьник? Оказывается, по статье 27 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным в согласии родителей, усыновителей или попечителя заниматься предпринимательской деятельностью. Наша идея заключается в том, что мы хотим создать симулятор, в котором игрок будет в роли предпринимателя. Должен выбирать проекты, которые ему нравятся и которые ему наверное, в будущем перенесут доход. И так он должен развиваться, пока он захочет или хочет вообще играть. Мы выбрали эту игру, потому что нет аналогов таких игр. И мы решили, что игра очень перспективная. Ребята, как вы собрались? Расскажите, пожалуйста. Я узнал про Олимпиады школьников технокубок. Это Олимпиада школьников очень помогает поступить в высшие образовательные вузы. И я решил собрать команду, потому что, чтобы хорошо, нам было легче потренироваться. Мы вдохновились с братьями Ушницкими из Якутии. Мы хотим создать собственную компанию на их примере. После того, как мы определились с бизнес-идеей, мы обязательно должны оформить документ официально. И для этого мы отправляемся в МФЦ, это многофункциональный центр нашей республики. Регистрация ИП на несовершеннолетнего гражданина – довольно интересный вопрос, который нужно рассматривать с нескольких сторон. Для начала стоит разобраться с необходимыми документами. Для регистрации ИП нужно будет предоставить паспорт, заявление, которое заполняется на месте, но там нужно будет указать вид деятельности, который вы планируете заниматься. Очень важно для молодого предпринимателя нести личную ответственность и осознавать ее. Недостаточно одного желания стать предпринимателем. Необходимо четко сформулировать цели и задачи своей деятельности, разработать бизнес-план и последовательно его реализовывать. Сегодня для себя мы узнали много нового и интересного. И давайте пожелаем нашим ребятам удачи и успехов. И на самом деле Антуан де Сент-Экзюпери не зря говорил, цель без четкого плана и настойчивости – это просто мечта. Так что, ребята, действуйте!